Астрологический прогноз от салона Мандрагора. 7 февраля, пятница. Овнам добиться успеха помогут организаторский талант, способность вести за собой других. Также сегодня легче, чем обычно, распрощаться с вредными привычками и навязчивыми мыслями. Больше общайтесь в кругу семьи. У тельцов успешно идут дела, подразумевающие самостоятельную работу в уединении. Благоприятны творческие встречи, обмен впечатлениями с людьми, близкими по духу. Вечер дня проверит вас на быстроту реакции и изобретательность. Близнецам лучше временно отстраниться от окружающего мира. Некоторые ваши убеждения явно требуют коррекции. Изменив их, вы станете чувствовать себя гораздо лучше. Также это благоприятно скажется на профессиональных делах. Раки. Ваши планы пройдут испытания, выдержать которое смогут лишь самые уравновешенные. Используйте малейшую возможность перевести энергию на действительно ценные дела и будьте внимательны, чтобы работу не пришлось переделывать дважды. Львы. Так увлечены работой, что рискуют забыть об остальных жизненных ценностях. Творческие натуры могли бы с успехом использовать это время для создания ярких произведений, хорошо совершенствоваться в танцах, каком-либо виде спорта. У дев в жизни наметятся важные перемены. Умело пользуйтесь своими знаниями и не противьтесь вниманию окружающих к вашей персоне. Некоторые из предложений могут оказаться полезными. У многих дев в это время изменится круг общения, появятся новые увлечения. Весы могут обнаружить в себе задатки целителя и экстрасенса. Используйте это и во внешнем общении, и в работе над собой. Многие склонны к проявлению своих истинных чувств, результатом чего могут быть как приятные события, так и конфликты. Скорпионам следует проявить внимательность при заключении сделок. Обстоятельства сложатся так, что все будут ждать от вас помощи и участия. Посещение сауны помогло бы вам расслабиться, поднять иммунитет. Стрельцы. Поспешные действия могут вызвать нежелательные последствия. Скорость – это еще не все. Хорошо экспериментировать, разрабатывать новые варианты, общаться с людьми, которые вас интересуют. У козерогов есть вероятность сближения с кем-то из деловых партнеров. Это может быть и служебный роман, и дружеские отношения, основанные на общности взглядов. В это время хорошо удаются попытки наладить связи с людьми из других городов. Водолеев ожидает важная встреча. Это период, когда вы можете стать организатором какого-то крупного события. Продумайте события выходных дней. Маленькое приключение подняло бы дух всего семейства. Рыбы финансовые вопросы могут решить благодаря тому, что найдут применение своим творческим способностям. Хорошо удовлетворять потребности тела, принимать водные процедуры, заниматься йогой. Спонсор программы – потомственная предсказательница Раиса. Гадание, эффективный приворот, снятие порчи с глаза, воссоединение семьи, оплата после результата. Телефон 276 95 63.